טוב, אז היום אני רוצה לדבר אולי שוב על המסר שליאון דיבר כבר. Я хочу сегодня говорить на ту же тему, на которую Леон говорил уже. ואולי להבהיר כמה דברים, או להראות מבט אחר טיפה. И дать немножко другой взгляд на ту же тему. מישהו זוכר על מה ליאון דיבר בשבוע שעבר? Кто-то помнит, о чем Леон говорил в прошлый шаббат? על מה? על? הרי. אוקיי. סקורבי, הרי. Вознесение, яфе. Аз, анахну дебарну, валион намаш афилю сием има милим, ше Иешуа у абахор, у аришон, ше камлет хия. Мы говорили про воскресение из мертвых, и Леон закончил эту проповедь тем, что Иешуа, он первенец из умерших. И он говорил, что ему предан весь суд. ואני רוצה לקרוא מקום אחד. Я хочу прочитать одно место. מראשונה לקורינתים. С первого послания к Коринфянам. זה פרק 15. 15 глава. מפסוק 17 אנחנו נקרא. 17 стиха мы прочитаем. יש פה בכלל שאול מדבר עם האנשים מאמינים. וגם אולי אלו שלא מאמינים מסביבו. Здесь Шауль говорит с людьми верующими и даже неверующими, которые вокруг него. והוא בעצם מסביר להם על התקומה מן המתים. И он объясняет им вопрос воскресения из мертвых. אז אני קורא מפסוק 17. Я прочитаю 17 стиха. ואם המשיח לא קם לתחייה, לשווא אמונתכם, ועדיין שרויים אתם בחטאיכם. ואז גם האנשים אשר מתו ביותם שייכים למשיח. עבודים הם. אם אנחנו תולים תקווה במשיח אך ורק למען חיים אלו, אז אומללים אנו מכל אדם. אבל כעת המשיח קם מן המתים, בכור, בכורי, כל ישני עפר. Если Машиах не воскрес, то вера ваша тщетна, вы все еще во грехах ваших. Поэтому и умершие в Машиахе погибли. И если мы в этой жизни только надеемся на Машиаха, то мы несчастнее всех человеков. אז אנחנו כבר לא מעט דיברנו, וכולם אנחנו מכירים שהנה ישוע קם לתחייה. Мы очень много говорили об этом, и все знают, что Иешуа воскрес из мертвых. למה המקום הזה, או למה ההבנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה? Почему это понимание очень важно? כי היום רובם, או הרבה אנשים שהם לא מאמינים באלוהים, потому что сегодня многие или очень и многие люди, которые не верят в Бога, הם חושבים שהנה, החיים האלו פה, הם נגמרים במוות. Они думают, что жизнь заканчивается смертью на этой земле. וזהו, אין יותר המשך. И все, и больше нет никакого продолжения. גם לא משנה מה יהיה, זהו, מוות, זהו, החיים פה זה מה שחשוב. И не важно, что там дальше будет, только важно, какую жизнь мы живем здесь. ואז בעצם אני יכול לעשות מה שבא לי. И тогда я могу делать все, что мне заблагорассудится. Я могу наслаждаться этой жизнью. Я могу делать добро и зло, и все, что у меня лежит на сердце, все мне позволено. Потому что в конце концов я умру и все, поэтому нужно наслаждаться каждым моментом. אבל Шауль אומר פה, לא הכל נגמר במוות. Но Шауль говорит здесь, не все заканчивается смертью. Есть гам имшех? Есть продолжение. Гаму опоне бацем ле анашим аминим камону. Он также обращается к людям верующим, как он. Омер ше им энт кумат мина мэтим, аз лама анахну бехлал мы базбазим это зман шелану ле дварим товим вале митцвот шел Элоим. И он говорит, что если нет воскресения из мертвых, зачем мы тратим наше время на исполнение заповедей, на то, чтобы делать добро? Афилю ютер мезе, омер ше им анахну рак бехаим аэлю, תולים תקווה בישועה, אז אנחנו אנשים הכי מסכנים בעולם. И он говорит более того, если мы только в этой жизни надеемся на Мессию, то мы несчастнее всех людей. אולי אתה חושב אני אעשה מצוות, יהיה לי טוב ויהיה לי ממש כיף פה, אלוהים מברך אותי. אומר, זה לא המטרה. Возможно, ты думаешь, я буду соблюдать заповеди, и тогда Господь благословит меня здесь, на этой земле, но это неправильная цель. אומר, התקווה שלנו היא במשהו הרבה יותר גדול, משהו שהולך אחרי המוות. Он говорит, наша надежда на что-то более великое, на что-то, что будет с нами после смерти. והוא רוצה ממש להראות לכולם,
גם לאנשים שהיו מסביבו ושלא האמינו אז בישוע, שיש משהו אחרי המוות, יש המשך. И он хочет показать людям, которые были вокруг него и которые не верили в Иешуа, что после смерти есть продолжение. ואז התקומה של ישוע מן המתים, זו בעצם ההוכחה. А воскресение Иешуа из мертвых – это и есть доказательство. תחשבו, כל התלמידים, הם היו ממש עדים שראו את ישוע שהוא קם לתחייה, הם ראו אותו בגוף. Подумайте, что все ученики Иешуа были свидетелями того, что Иешуа был мертв и воскрес. הם לא שמעו סתם ממישהו, אלא הם ראו בעיניים שלהם, הם נגעו בו. Они, и веру это зман, ахаре, шо кам ле тхия. Они не просто услышали это от кого-то, но они видели его, они прикасались к нему, они проводили с ним время после того, как он воскрес. Зойта идут мамаш хазака. Это было очень сильное свидетельство. Вафилу Петр, кше у мевасер ле анашим ахарим, омер, афилу им атем ле маминим ли, омер, еш от 500 иш ахарим, ше рау от Иешуа кам ле тхия. И Петр, когда проповедовал, он говорит, если вы не верите мне, есть 500 человек, живых свидетелей, которые видели Иешуа воскресшего. Он говорит, они живут до сегодняшнего дня, и вы можете прийти и поговорить с ними. Кломар, бегляньше нашим рауют Иешуа, а я лаем идут мы от мод хазака. Из-за того, что люди видели Иешуа, у них было сильное свидетельство. И это также дало им толчок сделать невероятные вещи. Они готовы были страдать, они готовы были умереть. Потому что и они держались за свою веру до самой смерти, потому что они знали, что после смерти есть награда. И это есть наша надежда. Что не все заканчивается смертью, но есть продолжение. И что это за продолжение? В конце концов, каждый человек, который умер, он воскреснет. לא משנה אם הוא רשע או אם הוא בן אדם טוב וצדיק. כולם צריכים לקום לתחייה. Неважно, грешник он преступник или праведник, каждый воскреснет из мертвых. ולמה הוא צריך לקום לתחייה? И почему он должен воскреснуть из мертвых? כי אם אנחנו מדברים על החיים אחרי המוות, על החיים נצחיים, если мы говорим про жизнь после смерти, про вечную жизнь, הגוף שלנו הוא לא מסוגל לחיות לנצח. Наше тело не способно жить во веки веков. אז אנחנו, הבן אדם, כל בן אדם, הוא צריך לקבל גוף אחר, גוף שלא מתקלה. Поэтому каждый человек должен получить нетленную плоть. וזה מה שיקרה. כל בן אדם הוא יקום לתחייה ויקבל גוף שלא מתקלה יותר, שמסוגל לחיות לנצח. Поэтому каждый человек, который воскреснет из мертвых, он получит нетленное тело. ובשביל מה הוא יקום לתחייה? И для чего он воскреснет из мертвых? יש כמה פסוקים שמדברים על זה. Есть некоторые места писания, которые говорят об этом. אחד מהפסוקים הוא רשום בספר דניאל, פרק 12, לדוגמה. Первое написано в книге Даниила, в 12 главе. בפסוק 2, ספר דניאל, הוא אומר... איזה פרק? פרק 12, פסוק 2. 12 глава, 2 стих. ורבים מישני אדמות עפר, יקיצו אלו לחיי עולם ואלו לחרפות לדראון עולם. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное посрамление и поругание. Иешуа אומר דברים ממש דומים מאוד. Иешуа говорит практически те же вещи. באיגרת אל יוחנן. В послании Иоанна. בפרק 5. В 5 главе. Послание Евангелия. Евангелие. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Бепасук 28. 28 стих. Аль титмеу аль зот, ки того шаа, ше коль шохней кевер, ишмеу эт коло, ויצאו עושי הטוב לתקומה של החיים, ועושי הרע לתקומה של המשפט. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия. Изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. כלומר, החיי עולם, כשבן אדם הוקם לתחייה, הוא צריך לבוא למשפט, כדי שיקבל דין. מה יקרה איתו הלאה? Когда человек воскреснет из мертвых, он должен будет прийти на суд для того, чтобы решили, что с ним будет дальше.
Или он будет жить вечной жизни с Богом. Бемальхут шел Элоим. В Божьем царстве. Ошек моше катув, шеу юрша ве кола хаим, кола нецах уе беагам аэш. Или как написано здесь, будет в вечности находиться в озере огненном. Кломар ее ло нецах, аваль о им Элоим, о беагам аэш. То есть вечность, она неизбежна. Будет вечность или с Богом, или в озере огненном. Оше бе севель, оше бе симха. Или в страдании, или в радости. ועל כל המשפט הזה זה כתוב בספר התגלות פרק 20. תקראו בבית, זה ממש מעניין. И об этом суде написано в книге Откровения. Читайте дома, это очень интересно. והמשפט זה לא סתם מישהו שאתה יכול לבוא לשם ואז אולי לשקר או להסתיר דברים. И суд это не место, куда ты можешь прийти и соврать и что-то скрыть. כתוב שיהיו שם ספרים, ולאון דיבר על זה, שבכל הספרים האלו כתוב כל דבר על בן אדם. И написано, что там будут открыты книги, и в этих книгах будет написано все, что вы делали. אין דבר שם שיכול להסתתר מעיני אלוהים. Нет ничего, что сможет скрыться от очей Бога. כל המחשבות הרעות שלך, כל המעשים שאף בן אדם לא ידע, הכל יובא לפני אלוהים ולפני כל המלאכים. Все злые мысли, все дела, которые вы можете скрыть от людей, Бог будет видеть все. אתה יכול לעשות דברים מעולים, אבל יהיה משהו קטן שאתה מסתיר בפנים, לא מספר לאף אחד, אף אחד לא יודע, הכל יובא לפני אלוהים. Ты можешь делать, вести замечательную жизнь и делать добрые дела, но есть что-то одно маленькое, что ты скрываешь. И там это не может быть скрыто. Все כן, будет открыто перед Богом. לא невозможно, чтобы там было что-то скрыто. Вся тьма выйдет на свет. Elohim, и Божий стандарт, он очень высокий. Он будет судить тебя по своему стандарту. אותך, и он также спросит тебя, почему ты не принял Иешуа. אתה יכול להגיד, תשמע, לא שמעתי, לא ידעתי. Ты можешь сказать, я не видел, не слышал, не знал. אבל אלוהים יגיד, הנה, אני שלחתי את האנשים שלי, הם סיפרו בכל העולם. Но Бог скажет, я послал своих людей, и они рассказывали по всему миру. למה לא הקשבת? Почему не послушал? למה לא קיבלת? Почему не принял? לא יהיה לך כבר מה להגיד. Уже не будет, что сказать. והמשפט הזה הוא מאוד מאוד רציני. И этот суд будет очень серьезный. ואתה לא יכול שם ממש לצדק. И ты בדברים не сможешь там שלך, оправдаться хорошими вещами, хорошими делами. Потому что все зло, которое когда-либо ты делал, будет открыто. И на что в этот момент можно будет только уповать, это на Божью милость. Написано, что там будут книги, где записаны будут все дела, и только одна книга, книга жизни. И если кто не будет записан в книге жизни, то тот будет брошен в озеро огненное. ואז נשאלת השאלה, אבל אם בן אדם כבר ככה שהוא לא רשום בספר החיים, למה בכלל צריך לשפוט אותו? גם ככה הולך לאגם האש. И тогда есть вопрос, если и так его имя не записано в книге жизни, и все равно он будет брошен в озеро огненное, зачем его уже судить? כי גם באגם האש יש, כנראה, יש כל מיני רמות. Потому что, скорее всего, в озере огненном тоже есть разные уровни. רמות. של עונש לפי המעשים שלך. Уровни наказания согласно делам. חטאת יותר, תסבול יותר. Больше согрешил, больше будешь страдать. חטאת מעט, תסבול מעט. Меньше согрешил, меньше будешь страдать. אבל לכל החיים. Но на всю жизнь. ואין חזרה. И нет никакого пути вернуться. זה מקום נורא. Это ужасное место. והעונש הוא נורא. И наказание ужасное. אבל יש לנו, לאנשים מאמינים, תקווה. Но у нас у верующих людей есть надежда. ואני רוצה שאנחנו נמשיך עוד פעם לקרוא במה שקראנו עכשיו בספר יוחנן. Я хочу, чтобы мы продолжили читать то, что из книги Иоанна. אבל נקרא מפסוק 22. С 22 стиха будем читать. האב איננו שופט איש, אלא נתן את כל המשפט בידי הבן, כדי שהכל יכבדו את הבן, כמו שמכבדים את האב.
מי שאינו מכבד את הבן, אינו מכבד את האב אשר שלח אותו. בוא נקרא את זה. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот и не чтит отца, пославшего его. אז כמו שאמרתי, ישוע עצמו, הוא יהיה שופט. Как я уже сказал, сам Иешуа будет судьей. פעם ישוע אמר, אף אחד לא יכול לבוא לאבי חוץ מדרכי. אני הדרך. Когда-то Иешуа сказал, я есть путь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Кол бен адам, нагид кол иуди, иш ахи ортодокси. Каждый человек, еврей, самый ортодоксальный. Гам ему ло имин бы Иешуа, у хаяв ие лавор дарко. Даже если он не поверил в Иешуа, ему придется пройти через него. Ву итен дин хишбон ле Иешуа цмо, ламо ло кибел ото. И он даст отчет, почему он не принял Иешуа. Канире ие мод каше лавор. Скорее всего, будет очень сложно пройти этот суд. Кшата умед муль бен адам. Шата зильзальта бо, выдохита ото. Когда ты стоишь перед человеком, которого ты пренебрег и отверг его. Тидамьяну пашут мацавка за ше, а тем погатым бе эзешу бен адам. Шулай мацавка за бемет каралахем. Представьте такую ситуацию, что вы обидели и отвергли какого-то человека. Вас питом эзешу лёде мечпат о איזשהו תשובה קשורה באותו בן אדם. И представьте, что этот человек оказывается судьей на каком-то вашем суде. או שהוא צריך להביא איזשהו החלטה כלפיכם. Или он должен принять решение относительно вашей судьбы. אז אתם בטח תפחדו. Тогда вы, естественно, будете бояться. כי אתה ישר תגיד, וואו, מה עשיתי? Потом вы скажете, что же я наделал? איך אני עכשיו אעמוד מולו? Как я теперь буду стоять перед ним? כל אחד צריך יהיה לעבור דרך הישועה, כי הוא ישר. Каждый должен будет пройти через Иешуа, потому что Иешуа это врата. אבל הנה יש פה איזושהי הבטחה למאמינים. Здесь есть обещание для верующих. פסוק 24. 24 стих. אמן אמן אני אומר לכם, השומע דבריי ומאמין לשולחי, יש לו חיי עולם. ואינו בא במשפט, כי אם עבר ממוות לחיים. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. אומר, כל בן אדם שקיבל את ישוע באמונה, יש לו תקווה גדולה מאוד. Он говорит, что каждый человек, который принял Иешуа, имеет большую надежду. והתקווה הזאת, שהוא לא מגיע למשפט הזה. И это надежда, что он не приходит на суд. שהוא לא יעמוד מול אלוהים, כשאלוהים יגיד לו, אתה הולך לשם או אתה הולך לפה. Он не будет стоять перед Богом, когда Бог будет решать, куда он пойдет, туда или сюда. אומר השם שלו, כבר רשום בספר החיים. Он говорит, что его имя уже написано в книге жизни. וזה תקווה ענקית, חבר'ה. Это огромная надежда. ובתקווה הזאת זה מה שאנחנו צריכים להחזיק. И за эту надежду нам нужно держаться. אתה כבר... כבר יש לך סוף, כבר יש לך דבר ברור איפה אתה תהיה. У тебя уже есть определенный конец, есть ясное место, где ты будешь. והרבה פעמים השאלה כשאני שואל את האנשים, ואני כבר יודע את התשובות, כי זה חוזר על עצמו, כשאני אומר לאנשים, אם אנחנו נמות היום, מי חושב שהוא יהיה עם אלוהים? אז חצי מהעולם אומרים, אנחנו כנראה לא, לא יודעים. И этот вопрос я задаю часто и уже знаю заранее ответ, потому что он постоянно один и тот же. Когда я спрашиваю людей, если мы сегодня все умрем, кто уверен, что он будет с Богом? И половина из спрашивающих, из тех, кого я спрашиваю, говорят, мы не знаем. Скорее всего, нет. Вы затаут. И это неправда. Это כי ошибка. אלוהים נתן לנו תקווה, הוא אומר, אם אתה חזרת בתשובה וקיבלת את אלוהים, יש לך מקום מובטח. Потому что Бог здесь сказал, что если ты принял Мессию и в свое сердце отдал ему свою жизнь, то у тебя есть место в вечной жизни. למה אנשים הם נמצאים בספק ולא בטוחים איפה הם יהיו? Почему люди находятся в сомнении и сомневаются, где они будут? כי הם אומרים לעצמי, אבל אני לא מושלם. Потому что они говорят себе, но я не совершенен. אני איפשהו פה ושם, אולי לא עשיתי משהו טוב. Я тут и там плохо поступил.
אבל אני שואל, מה, מחר אתה תהיה מושלם? Но я спрашиваю тогда, что ты завтра будешь совершенным? אולי מחרתיים תהיה מושלם? Может, послезавтра будешь совершенным? אנחנו כשחיים בעולם, אז אנחנו לא נהיה מושלמים אף פעם. Мы, когда живем в этой жизни, мы никогда не будем совершенными. והישועה שלנו היא לא תלויה במעשים שלנו. И наше спасение не зависит от наших дел. אתה יכול לנסות להצדק במעשים שלך, ואז לעמוד במשפט. Ты можешь попытаться оправдаться делами и прийти на этот суд. או שאתה יכול להגיד, אבא, אני מאמין בישוע. Или ты можешь сказать, отец мой, я верю в Иешуа. הוא עשה את מה שהייתי צריך להיות מושלם. Он сделал то, что дает мне мое совершенство. במעשים שלו אני נצדק. Его делами я оправдываюсь. רק האמונה היא חשובה. Только вера важна. ויש רק דבר אחד שיכול לתת לנו ספק. И есть только одно, что может дать нам сомнение. ואפילו לא ספק, אלא בדיוק להגיד הפוך, אני בטוח לא יהיה שם. Или не то, чтобы сомнение, а точно вы можете быть уверены, что вы не будете там. והדבר הזה זה חטא מקוון. И это חטא במזיד, זה נקרא. Осознанный грех. זה כשאתה יודע שאתה חוטא. Когда ты знаешь, что ты грешишь. ואתה אוהב את החטא הזה. И ты любишь этот грех. אתה מבין שזה חטא. Ты понимаешь, что это грех. אבל אתה נהנה ממנו, אתה לא רוצה לעזוב אותו. Но ты наслаждаешься им и не хочешь его оставлять. ורוח הקודש כל הזמן מדברת אליך. И Дух Святой постоянно говорит с тобой. אבל אתה ממשיך לעשות את החטא הזה שוב ושוב. Но ты продолжаешь делать этот грех постоянно. אתה אפילו לא רוצה להילחם נגד החטא הזה. Ты даже не хочешь бороться с этим грехом. ואז ספר אל העברים הוא אומר, אז לא נשאר יותר קורבן, לא נשארת יותר כפרה עבור החטאים שלך. И тогда в послании к евреям написано, что уже не остается жертвы за грех. אלי ממש עונש כבד. Но сильное наказание. אבל אם אתה כן חוטא, כי כולנו חוטאים. Но если ты грешишь, потому что все грешат. אבל אתה נלחם, אתה מבקש סליחה. Но ты борешься и ты просишь прощения. אתה מנסה להתנגד. И ты пытаешься противостоять этому греху. לפעמים אתה נופל. Иногда ты падаешь. זה בסדר, זה תהליך טבעי. Это естественный процесс. אתה מנסה להביא פרי לאלוהים. Ты пытаешься доставить плод Богу. אלוהים עושה שוני בפנים. Бог делает свои перемены внутри тебя. אתה פתוח אליו. И ты открыт к нему. אז הכל תלוי רק באמונה שלך ולא במעשים. Тогда все зависит от твоей веры и не от дел. ואני באמת רוצה לעודד אתכם, חבר'ה, תחזיקו בתקווה הזאת. Я хочу вас ободрить, держите за эту надежду. תהיו בטוחים באמונה הזאת. Будьте уверены в этой надежде. בישועה יש לנו תקווה חזקה, ואנחנו לא באים למשפט. В Иешуа у нас есть надежда, и мы не приходим на суд. והמשפט של אלוהים הוא ממש, זה יום נורא. И Божий суд, как написано, это ужасный день. כל הכתובים מדברים על דין של אלוהים, שזה משהו נורא והיום. Все писания говорят про этот ужасный день, когда наступит Божий суд. ואנחנו לא באים למשפט. И мы не приходим на этот суд. זה תקווה ענקית. Это великая надежда. אבל אני רוצה קצת להמשיך ולהגיד לכם עוד משהו. דיברנו על תקומה מן המתים. Продолжить и сказать вам еще что-то. Мы говорили про воскресение из мертвых. אני בעצמי, וכמו שליאון גם דיבר, אנחנו לא כל כך מבינים מה באמת האירועים שאמורים להיות בסוף. Я сам, и как Леон уже говорил, мы люди не совсем понимаем хронологию событий или сами события, которые должны произойти. אבל אני קצת גם חקרתי את הנושא הזה, ובאמת קיבלתי אולי התגלות, או שהדברים הסתדרו. Но я очень сильно изучал эту тему, и, можно сказать, получил откровение, но как для меня выстроились вещи в порядке. Есть шалош ткумот мин ха-метим. Есть три воскресения из мертвых. Шалош ткумот. Есть три воскресения. Ткума решена. Первое. זה כשיהיה קול גדול בשמיים של השופר. Когда будет первое воскресение, это когда будет глаз, как написано, трубный звук с небес. ואז כתוב שכל המאמינים. И написано, что все верующие, שמתו, הם יקומו לתחייה. Которые умерли, они все воскреснут из мертвых. וכל האנשים שנמצאים באותו רגע מאמינים, הם גם יעלו לישוע. И все верующие, которые находятся на земле в тот момент, вознесутся к Иешуа. זה מה שליאון דיבר אז על לקיחה. Об этом Леон говорил в прошлый раз о вознесении. כלומר, כל המאמינים הם כבר נלקחים למעלה, גם מתים וגם
маминим шенимцаим хаим. То есть все верующие, ранее умершие или те, которые остались в живых, вознесутся, чтобы быть с Иешуа. Эм каблим гуф нецхи. И получают вечное тело. Гуф шело миткале йотер. Нетленное тело. Вэм баим гдэ лимлох алав. И то бы яхад. И они поднимаются к нему для того, чтобы вместе с ним править. אחר כך יש כל מיני אירועים, דברים קשים, משפטים של אלוהים, של השטן, פעילויות שלו. Потом есть разные события и разные действия дьявола и все остальное. כמו שקוראים לזה צרה גדולה. Как написано, великая скорбь. אבל כל כשזה יקרה, שפתאום אנשים יעלמו, אז גם היו אנשים שאולי היו מתלבטים על אמונה, הם פתאום יבינו, שוואלה, אלוהים קיים, והם גם יחזרו בתשובה. И когда все верующие поднимутся, тогда, может быть, останутся люди, которые, может быть, где-то сомневались, и тогда они увидят это событие и поймут, что все написанное в Писании истинно. הם יצטרכו לעבור את הצרה הגדולה ולהוכיח את האמונה שלהם. И тогда они должны будут пережить эту великую скорбь и доказать свою веру. והרבה מהם ימותו. И многие из них умрут. ואז תהיה תקומה שנייה מהמתים. И тогда будет второе воскресение из мертвых. תקומה שנייה זה יהיו אנשים שמתו באמונה בצרה הגדולה הזאת. Второе воскресение — это те, которые не умерли после первого воскресения. לא, זה אלו שמתו בצרה הגדולה. Те, которые умерли в дни великой скорби. הם יקומו לתחייה ויבואו למלוך по им Иешуа ба адама азот. Они воскреснут и придут для того, чтобы править вместе с Иешуа на этой земле. Вот пам, они хозер. Аткума решона за коля маминим камим литхия хаим ве метим. Первое воскресенье — это все верующие воскреснут живые и мертвые. Мы каблим мальхут им Элоим, им Иешуа. Получают царство Бога вместе с Иешуа. Ахар как есть эзешу цара гдоля. Потом есть дни великой скорби. Есть по нашим шагам отхилим лакзор бычува. Есть люди, которые начнут каяться. Оргиму там. Их убивают. ואז יבוא זמן שאלוהים קושר את השטן, שם אותו לאגם האש, ואנשים קמים לתחייה אלו שמתו. Потом наступит время, когда Бог связывает дьявола и отправляет его в озеро в огненное, и люди начнут воскресать из мертвых, те, которые умерли в дни великой скорби. ואז כולם, כל המאמינים האלו באים למלוך על השמיים, בארץ. Потом все верующие будут править здесь, на этой земле, Мальхут элеф шаним, которая называется Тысячелетнее Царство. Ваз ие ткума мин амитим ашлишит ахаре элеф шаним. И тогда будет третье воскресение после тысячи лет. Кше якуму кол ашар анашим, когда анашим раим, воскреснут все остальные, и добрые, и злые. В ишафту. И тогда их будут судить. Вешам бемет элоим яре эт амасим шелаим. И тогда Бог будет показывать их дела. יהיו שם כאלו, כמו שאנחנו אומרים, אבל הנה הוא היה בן אדם ממש טוב, למה, מה, ישר לשלוח אותו לגינום, אני לא יודע, אלוהים יחליט. Может быть, будут те люди, которые мы будем говорить, ну это уже очень хороший человек был, посмотрите, какие добрые дела он совершал, неужели его в ад, но только Бог будет судить. אבל אנחנו, כל המאמינים, הם נמצאים במלכות, הם אפילו אולי היו אלו ששופטים יחד עם ישוע. Но все верующие находятся в царстве, они, может быть, будут даже судить вместе с Иешуа. אבל יש פה עוד נקודה אחת. Есть еще один пункт здесь. זה ברור מה שסיפרתי? כן, פחות או יותר ברור. Понятно то, что я рассказал. אוקיי. אבל יש פה עוד נקודה אחת. Но есть еще одна вещь. פתאום אנחנו קוראים בהרבה מקומות. Потом мы вдруг читаем во многих местах Писания. ששאול פונה לאנשים מאמינים. Что Шауль обращается к верующим людям. ואז הוא אומר להם. И он говорит им. לדוגמה בספר אל הרומים. Например, в Римлянах. או בקורינטים. Или в Коринфянах. אומר שכל אחד מאיתנו צריך לבוא למשפט לפני אלוהים. Написано, что каждый должен явиться перед судилищем Машеха. כדי לקבל את הגמול על המעשים שלו. Для того, чтобы получить награду за свои дела. או שהוא אומר, האם אתם לא יודעים שכל אחד יבוא למשפט מול אלוהים? Или он говорит, разве вы не знаете, что каждый из нас даст отчет Богу? ואז פתאום אתה אומר, איך זה? הוא אומר את זה לאנשים מאמינים. И он говорит это верующим людям, и тогда ты спрашиваешь, почему это?
אז מה הקטע פה? פה הוא אמר, אתם לא באים למשפט, פה אתם כן באים למשפט, על מה מדובר פה? И здесь, с одной стороны, говорится, на суд не приходят, с другой стороны, на суд приходят. Где здесь найти правду? אז אחרי שאנשים קמו לתחייה, после כל того, המאמינים, как все верующие воскресли из мертвых, אז יש סוג של משפט אחר. Есть суд. משפט אחר. Другой суд. לא זה שמכריע איפה אתה תהיה בסוף. Нет тот суд, который определяет, где ты будешь в вечности. אלא משפט שמכריע איפה אתה תהיה במלכות. Но тот суд, который определяет, где ты будешь в Царстве Небесном. אתם זוכרים, אמרתי שגם בגיהנום יש מקומות. אחד סובל יותר, שני סובל פחות. Помните, я сказал, что в гиене огненной будут уровни. Кто-то будет страдать больше, кто-то меньше. אותו דבר יש במלכות של אלוהים. То же самое есть в Божьем Царстве. כמו שכתוב, יש כלים שמשתמשים בהם לקודש, ויש כלים שמשתמשים בהם לחול. То есть есть инструменты, которые, как написано, сосуды для почетного употребления и сосуды для менее почетного. יש כאלו שהם יהיו ממש מלאכים קרובים אלוהים, ויש כאלו שיהיו שם איפשהו רחוק קצת. И есть места в Царстве Небесном очень близко к Богу, и есть в отдаленных местах. ולדוגמה, זה מה שכתוב באל הקורינטים, ראשונה אל הקורינטים בפרק 3, הוא אומר, כל אחד תסתכל ממה הוא בונה. И в 1 Коринфянам написано, каждый смотри, из чего строит. Есть те, которые строят из золота, и есть, которые строят из соломы. כלומר, זה כבר המעשים שלנו, של אנשים מאמינים. מה עשינו עם האמונה שלנו? Это уже дела верующих людей. Что мы сделали с нашей верой? איזה פרי הבאנו לאלוהים? Какой плод мы принесли Богу? יכול להיות שאתה נושעת? Возможно, ты спасся. וכמעט לא עשית כלום. И больше ничего не сделал, тебе было очень хорошо. ניסית קצת פה ושם איכשהו לתת תרומה שלך. Попытался там и здесь немножко пожертвования давать. ויש כאלו שעזבו הכל נסו לאפריקה, כמו שמיכאל דיבר היום. А те, есть те, которые оставили всю свою удобную жизнь и уехали в Африку, как Миша говорил. ויש כאלו ששירתו בקהילות, שירתו לאנשים ובישרו והביאו המון פירות לאלוהים. И есть те, которые служили в общинах, служили вне общины и принесли много плода Богу. שאתה תקבל גמול על מה שעשית באמונה שלך. И это тот суд, за который ты получишь награду, то, что ты сделал. וזה יקבע איפה אתה תהיה במלכות של אלוהים. И это то, что определит, где ты будешь в Божьем Царстве. אז יש משפט שמכריע את נצח. Есть суд, который определяет вечность. ששם אנחנו לא נמצאים. Там мы не находимся. ויש משפט למאמינים שהוא מכריע איפה אתה תהיה במלכות. Есть суд для верующих, который определяет, где ты будешь в царстве. חשוב לאלוהים שאנחנו נביא פירות. Очень важно для Бога, чтобы мы принесли плод. ולא סתם בגלל זה כתוב, תצברו את האוצרות בשמיים ולא בעולם הזה. И не просто так написано, собирайте себе сокровища на небесах, а не на этой земле. כי זה משהו ייתן לך אחר כך. Потому что это то, что даст вам потом плод. אז אני מקווה שאולי קצת עברתי לכם יותר טוב את הנושא הזה. Я надеюсь, что я смог вам передать эту тему немного более ясно. ושני דברים באמת שרציתי להדגיש. И две вещи, которые я хотел действительно подчеркнуть в этой проповеди. יש חיים אחרי המוות. Что есть жизнь после смерти. וישוע הוכיח את זה. И Иешуа доказал это. ויש לנו תקווה גדולה בישוע שאנחנו לא באים למשפט. И у нас есть большая надежда в Иешуа, что мы не, когда мы приходим на суд. אבל רק אם אתה לא נמצא בחטא. Но только если ты не находишься во грехе. תילחמו עם החטאים שלכם. И боритесь с вашими грехами. אז אני רוצה לסיים Я בזה. Я хочу закончить на этом.